хороший, новый, потрясающий стадион. Именно на таком стадионе, нет, не приходилось ни разу, это первый раз в моей карьере. Обида то, что еще не пускают на него болельщиков, но я думаю, это в скором времени. Для Краснодара это огромный прогресс, потому что как-никак женская команда, женский футбол сейчас развивается и выходит на новый уровень. Такие стадионы, надеюсь, в дальнейшем будут у всех команд.